Химках провели акцию, приуроченную ко дню памяти детей жертв войны в Донбассе. В сквере Марии Рубцовой активисты, волонтеры и депутаты вместе с химчанами зажгли 500 свечей. Акция прошла у монумента «Сестра Милосердия» по инициативе местного отделения партии «Единая Россия». Сегодня мы с вами зажжем 500 свечей в память об этих детях. И будем нести эту память в наших сердцах через года, помнить об этом, защищать наших детей. И ради этого сейчас в зоне специальной операции находятся наши друзья, наши братья, сестры. На площадке организовали стихийный мемориал с фотографиями погибших. Химчане возложили цветы к монументу «Сестра Милосердия» и почтили память погибших детей минутой молчания. Эти акции прежде всего сплочают нас, жителей городского округа Химки, и помогают нам всем быть сильнее и крепче. К памятной акции присоединились муниципальные депутаты Галина Болотова, Надежда Смирнова и Алексей Федоров. Ранее в Химках на территории колледжа Подмосковье высадили аллею ангелов. Более 150 деревьев в память о погибших детях Донбасса. Елена Тараненко, Вильфред Демковский. Новости Химки ТВ.